Реально-нереально. В Петербурге открылась выставка картин Марины Подгаевской. 36 работ охватывает творчество автора, начиная с 2003 года по настоящий момент. В своих произведениях художница использует разные техники. От гаммы импрессионистов до монохромного письма в стиле голландских мастеров 18 века. Название экспозиции не случайно. Подгаевская изображает окружающий мир своим восприятием. Но от реальности здесь реальные люди, которые реально существовали. То есть это берется с натуры. Здесь берется одна часть, как бы реальные люди, реальная природа, реальные цветы. Но когда они совмещаются в картину, получается картина, не похожая на реальность. Увидеть нереальность можно будет в течение месяца.